месяц назад, было ровно 2 года с того момента, как я начал заливать видео на YouTube. Да, это было нелегко, и сейчас нелегко. Мои первые влоги были, ну, не очень, скажем честно, потому что как бы я пришел на эту площадку и не знал, как это все делается. Я снимал и подражал там таким блогерам, как Саша Шапик, и не понимал, как это вообще снимается, поэтому у меня там влоги были по 2 минуты и просто ни о чем. Нравится такая шубка? Ну, это или как халат, я даже не знаю. Не? Ну вот, иди сюда. Вот, вот такое. Чего? А может мне померить? Или это женское? Думаешь? На все свои видосы, которые вот с самого первого моего влога, я ничего не удалял, все есть на канале. Можете зайти и посмотреть ради сравнения, лучше стало или еще хуже. Ну, как бы я-то не могу заходить и смотреть и говорить, что типа я стал лучше, потому что я и в то время думал, что я нереальные видосы снимаю. Но вот другие люди, вот там мои друзья, моя девушка Ира, она смотрит на прошлое и говорит, что, блин, чувак, ну ты очень сильно поменялся за это время. Сразу не получится делать что-то крутое. Все придет со временем, вы учитесь чему-то новому, ваш уровень растет. Все мои друзья меня не поняли, дают сразу, типа, чувак, что это, что ты делаешь, зачем? Но я настаивал о своем и просто делал, всегда говорил, что если вам что-то не нравится, я вас не держу. Настоящие друзья всегда останутся со мной. То же самое меня родители не понимали, хотя сейчас смотрят мои влоги, мама меня постоянно спрашивает, Денис, будет сегодня влог или нет? Там мой лучший друг тоже мне там звонит постоянно, чувак, когда влог будет? Если ты школьник, либо ты просто молодой человек, либо девушка, которая хочет заняться ютубом, но не знает, что делать, просто снимай абсолютно все, что угодно снимай. Если тебя это зацепит, время пройдет, ты будешь до сих пор этим заниматься, вот увидишь рост и изменения твоего контента, твоих видосов. На начальном этапе у меня не было мотивации, у меня было просто желание. Потом я начал мотивироваться блогерами, как бы, но по сути желание осталось по сей день со мной, поэтому перед вами сейчас я записываю этот видос. 괜찮은 척하지만 이건 쉽지만 않아 성공은 뻔하지만 내가 틀릴 순 있잖아 너는 나를 말하고 나는 널 말하지만 Кажется, у кого-то сегодня будет романтический ужин. Ирис. Короче, Ириса, она мне говорит такая, давай сегодня устроим романтик, я куплю филешечку, шампиньончиков, сделаем жульенчик, там, венца купим, я такой... Ирисом, но я же смокинг не взял. А она мне говорит, тебе нужны только трусы. Возможно, с вас будут смеяться. В первую очередь, это ваши друзья там по школе, по универу. Типа, чувак снимает видосики на YouTube, потому что я сам через это проходил. Меня до сих пор смеются некоторые друзья, типа, и серьезно не воспринимают, хотя уже столько времени прошло. Вам просто нужно делать и не обращать внимания ни на кого. Просто поставил цель перед собой и идти до конца. Вот я очень благодарен Ирисе, потому что она на всем пути меня поддерживала в этом и по сей день поддерживает. Это самое главное. Я бы, наверное, уже сломался бы и перестал бы этим заниматься. Будет мой канал, я вам расскажу. А сейчас Денчика слушать, если включили это видео. У Ира мочит такое.
мнение о пластической хирургии. Мое мнение состоит в том, что отчасти это правильно, а отчасти это неправильно. Поговорим сейчас о правильной части. То, что правильная часть заключается в том, что если у тебя маленькая сися, либо арминка на носу, то ничего страшного. Ты прежде чем делать пластическую хирургию, подумай о том, что надо ли оно тебе. Изменит это что-то в твоей жизни, чтобы ты потом... Ну, почему ты повторяешь то, что сказала эта девочка? Ну, она красивые слова сказала. Потому что... Вторую пачку чипсов. Нет, не там. Потому что это же на всю жизнь, и мало ли всё как сложится. Блин, ты на всю жизнь станешь красивым, представляешь это? Нет, вот, если честно, вот, я смотрел передачу, знаете, там по СТБ, «Соромлюсь своего тела», и пришла женщина, девушка, у которой были и сиськи, и силикон в жопе, и губы везде, и она говорит такая: «Я просто устала от этого, можно мне убрать это, пожалуйста?» А врач такая говорит: «Ну как же, вы такая красивая, просто уберите, пожалуйста, я уже не могу, ну реально, меня, я просто устала от этого, понимаете меня теперь?» Я ответил на твой вопрос? О май гад, да что? Нет. В смысле нет? В чем мой вопрос? Я просто сказала, что ты думаешь по этому поводу? Я ответил, я думаю 50 на 50, что кому-то это именно надо, когда это какой-то врожденный дефект, поэтому да, его можно исправить. А если ты сама по себе как бы красивая девушка, то зачем? Зачем? Но ты думаешь, что нет, вот тут можно было бы исправить и было бы еще лучше. Нет! Ну да, да. Но если кому-то это будет лучше, то почему бы не сделать? Просто некоторые перебарщивают и становятся уже уродцами какими-то. Главное не перебарщивать. Что, сделай мне пластику носа? Нет? Yeah.